Краснодарском крае осудят 33-летнего жителя республики Мариэл за продажу несуществующих щенков шпица. Дело собачьего мошенника довели до суда. Мужчина давал в интернете объявление о продаже щенков с покупателями и переписывался от имени некой Светланы. Присылал клиентам видео и фото из сети. Никаких шпицев у лжезаводчика, конечно, не было. На эту уловку попались 4 жителя Красноярска. Они отправили предоплату. Сумма ущерба 40 тысяч рублей. Во время следствия мошенник признал вину и вернул деньги, но все равно может отправиться в тюрьму максимум на 5 лет. Далее еще несколько новостей коротко. Самосвал и легковушка столкнулись на проспекте Свободный возле остановки «Школа» и перегородили сразу две полосы. Заднюю часть иномарки подмяло под кузов грузовика. Почему машины не смогли разъехаться, в ГИБДД не уточняют, пострадавших нет. В Иланском районе выпивший 25-летний парень убил своего отца толкушкой для картофеля. Бить начал в воспитательных целях из-за того, что родитель отказывался выполнять работу по дому и якобы мешал кормить поросят. 63-летний мужчина получил удары палкой по голове, ребрам и животу и скончался на месте. Сын протрезвел и признал вину. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. В селе Партизанское полицейских вынудили стрелять по машине с нетрезвым водителем «Лады». Он проигнорировал требования об остановке. Патрульные обогнали его машину, перегородили дорогу, но нарушитель начал двигаться в сторону вышедшего из авто инспектора. Пришлось стрелять по кузову. 42-летнего мужчину заковали в наручники. Он продул 0,76 промилле. Оказалось, сел за руль пьяным повторно. Роскосмос продает свой недострой на территории Красмаша, в числе других непрофильных активов. В списке ненужного – пансионаты, базы отдыха, земельные участки. Здание на Красрабе выставили почти за 120 миллионов рублей. Это 8 тысяч квадратов. А на Ленина 54 владельцы снова пытаются продать помещение бывшего банка «Кедр». Просят 71 миллион. Дом с колоннами строился в 97 году специально для «Кедра». После недвижимость перешла к банку «Открытие». Вечный пациент, а ныне выпускник детской краевой больницы Вова, который в 18 лет выглядит на 12, ищет работу. Парень перенес заболевание почки, что дало задержку в росте. Из-за постоянного лечения он с детства жил в больнице. Когда стал совершеннолетним, из краевой пришлось съехать. Сейчас парень хочет работать и приносить пользу обществу, но получает отказы из-за роста. Хотя после пересадки почки Вова относительно здоров и уверен, что должен трудиться. Пенсия, говорят, есть пенсия, да? Сиди дома. Нет. Я хочу работать. Получить какое-либо образование Вова не успел, но за годы жизни в больнице научился помогать другим пациентам. В крае перед пожароопасным сезоном проверяют арендаторов леса. На участках должны быть укомплектованы пункты с инвентарем для тушения. Инспекторы лесохраны навестили более 1000 лесодержателей, почти все прошли проверку. Те, кто не успел оборудовать антипожарные склады, должны сделать это до начала сезона. Для борьбы с огнем лесопользователи предоставят еще 2000 единиц техники.